Ну, мы начинаем нашу вторую неделю с песни, ну, что, «Плясовая». «Плясовая» посвящена горячему жаркому лету. Это про что, про Новый год, наверное? Как фарш? А где ты сейчас лето? В Австралии? В Австралии. Танцующих, не могли бы не трогать табуретку. Вот. Иначе концерт прекратится мгновенно. Иначе, да, да, да. Электричество кончится тогда. Там по номеру. Следующая песня говорит о том, что не надо. Это не очень удобная точка. Не самая лучшая. Не только печалится, но и оглядывается в злобе. Я тут сам сейчас. Она, собственно, в переводе с английскую «Ривову». Самая хорошая. Вот, нашла. Называется. Дочь самая хорошая. Это типа называется «Кто старое помянет, тому
зуб микрофоном вон. Кому зуб ногой? Посвящается она Полине, как самому доброму человеку. Помещение твое. Самому доброму. А я с ней сегодня познакомлюсь. Nothing to do.
увидимся по дорогу. Фантастика. Обалдеть. О, у вас что-то для России. Ваши уважаемые жители. Великолепно. Не слышу. Я не говорю великолепно. Просто великолепно. Да. Она не может ничего сказать. Не, нельзя, потом еще надо будет. Так и я тоже. Пока микрофон настраиваем, я скажу пару слов. Следующая песня, песня подводников. Да. Я люблю ее. Подводников. Я люблю ее. Я люблю ее. Я люблю ее. Я люблю ее.
But if you see,
танцевали. Слава Богу. Следующая песня про нас, про крутых людей. Веселая песня. Так называется. Вот. Про высшее. Про то, что не бывает, короче. О! За это и выпьем. Так. Поехали! Yeah.
номер два. Уже кто-то запел. Уже припев. Это последняя песня на сегодня. С вами Петров. Животных филинов. Если вы хотите продолжить наше, так сказать, присутствие в субботу в клубе «Родни Перова». 22 часа. 22. Я возвращаюсь к вам, дорогие мои. Как быть?